Так, сегодня пятница 13-е. Я выезжаю на Москву. Сейчас подъедет маршрутка. Я поеду. Утром я буду в Москве. Ближе к вечеру мне надо будет выезжать из Москвы, часиков 5-6. Выезжать и ехать в аэропорт. В 1:30 ночи вылет. Где-то в 10:30 завтра вечером начинается посадка. Встретил Лёшу. Пока записывал видео, он стал в сторонке и смотрел, как я записываю видео. Подглядывал. Ну, ты, главное, там снимай. Да, там. Короче, вроде сейчас приехал на белорусский вокзал. Вроде это белорусский вокзал. Да, именно так. Сейчас примерно 6 утра. На улице холодно. И я думаю, что поеду я, наверное, в центр, на Красную площадь. Короче, решил, пока еще темно на улице, поехать в центр, на Красную площадь, посмотреть там, есть ли... Короче, посмотреть там предновогодние эти украшения, может быть, прогуляться. Сейчас сажусь за Москворецкую линию метро и еду, если недалеко. Я в первый раз в Москве и в первый раз спускаюсь в московское метро. Купил себе карту тройка на суточный проезд. Проездной купил. Довольно удачно, что я выехал пораньше. Я могу походить утром по Красной площади. Время сегодня еще до 5 часов, много хватит, чтобы погулять. Вот там есть сама Красная площадь, пойду туда. Такое ощущение, что город только просыпается. Ну, очень странное такое ощущение. Я, кстати, сегодня в маршрутке подремал кое-как. Ну, конечно, ощущается усталость. И не мешало поспать хорошо. Это, кстати, мавзолей. Мавзолей Ленина. И вот она, Красная площадь. Даже не верится, что я попал сюда. Эти знаменитые купола. Я бы, в принципе, мог бы на Новый год приехать в Москву. Я 30 декабря буду здесь. Но я не знаю, я лучше, наверное, предпочел бы остаться на Гоа. В общем, тут такая холодина. Даже не верится, что через 24 часа мне будет в одной майке жарко. Хотя я люблю холод. И он очень тонизирует организм. И хорошо очищается организм, когда холод. Выходит вся слизь, мокрота.
которая не выходила, когда тепло. Тут у нас KFC, Burger King и Макдональдс. Все стоит возле дороги, так аккуратненько в старых домах. А я только что вышел из сыроедческого кафе, наелся там всего-всего. Там такая вкуснятина. Поел оливье сыроедческого, шубы сыроедческой, и еще там какие-то конфетки, торт сыроедческий. Еще травяной чай. И это все так вкусно и так классно. По вкусу полноценный аналог всякой такой химии или ненатуральной еды. Вчера почти не спал. Сегодня ночью в маршрутке там кое-как поспал. Сегодня ходил весь день, гулял в Москве. Скоро у меня будет самолет. Сейчас я уже здесь подремал, уже был. Сейчас я еду в аэропорт. Осталось час дороги. Вот он, аэропорт Домодедово. Все, скоро случится момент. Короче, прошел регистрацию. Сдал багаж. Осталось лишь дождаться времени. Вот теперь все сижу, ожидаю. Так немного волнительно. Это как перед операцией. Когда вот-вот должна начаться операция, вот-вот должен вколоть наркоз. И либо да, либо нет. Обратного пути нету. Заходишь на самолет, потом все закрывается и все, и назад дороги нету. От тебя уже ничего не зависит. И полностью теряешь контроль над ситуацией. Это немного напрягает. Еще напрягает то, что как-то душно здесь.
Как здесь душно. Индия, Индия. Нас встретили, сказали, какой номер автобуса. 31. Да, 31. Сейчас поедем в отель. Короче, нас встретил водитель. Автобус и... Положили вещи, сейчас поедем. Хорошо, в автобусе кондиционер работает. Шикарно, не ждал, наверное. На улице очень жарко, на солнце вообще такая духота. Всем добрый день, меня зовут Светлана, я буду сопровождать вас к ресепшену ваших отелей. Мы с вами едем на Дальний Север, то есть это Морджем, Ашем и Мандра получается. Сейчас вам скажу, в каком порядке мы с вами будем выходить. Ехать нам с вами где-то час 15, час 30 до первого отеля. И дальше всех кварича по очередности будем развозить. Наш водитель очень быстрый, поэтому я надеюсь, что мы очень быстро с вами доедем. Поскольку будем выехать по объездной дороге, там построили новый мост, поэтому я думаю, что быстренько с вами доберемся. Рупии 1 к 1 к рублям, очень удобно считать. 1 доллар здесь 70 рупий. Евро 77-78. В отелях можно будет поменять валюту, но там, как сами вы понимаете, что будет не очень, не очень выгодный курс. Там можно поменять деньги рядом с вашими отелями. Но есть чинджо. Офисы. Но у них есть такая вот тоже система, что съезд называется. То есть они могут там днем не работать где-то с 4 с 5. То есть можно валюту будет поменять уже после обеда. Потому что в час где-то у них начинается съезд, и до 4 до 5 там банки могут не работать, например. И точно так же и аптеки. Но некоторые ресторанчики тоже действуют по такой системе. По поводу вашей страховки. Она включена у вас в турпакет. Она действует по франшизе. У некоторых нет франшизы. Поэтому, если вам понадобится медицинская помощь, вы обращайтесь по номеру, указанному на вашей страховке. На вашем страховом полисе вам отвечает оператор и рассказывает, что нужно будет сделать. То есть вашу заявку будут регистрировать, если понадобится помощь. Но если случилось, что не требует долгого лечения или наоборот, очень срочно, что это случилось, то вы сообщаете это вашему отельному гиду. Он предоставляет вам нашего лечащего врача. То есть это будет, не знаю, может быть дешевле, может быть дороже, несмотря в зависимости от ситуации. Но если вы, получается, здесь обратились к лечащему врачу, оплатили все лечения, да, вы потом собираете все чеки, возвращаетесь домой, и вам страховая все компенсирует. То есть если вдруг что-то вот произойдет, на всякий случай, вам об этом всем объясняю. Но у вас будут номера ваших отельных гидов, когда вы выйдете на встречу, и поэтому при любой ситуации вы обращайтесь к нему, потому что он является вашим юридическим представителем на территории Индии. Поэтому все вопросы, все ваши пожелания, все, что у вас будет возникать в период вашего отдыха, вы обращайтесь, соответственно, к нему. Он вам со всем поможет, расскажет и подскажет. Думаю, может быть, кто-то слышал, что аэропорт Дабалим здесь военный, поэтому он имеет ряд правил, и на обратном пути в аэропорт у вас будут проверять распечатанные авиабилеты и ваши паспорта. Это обязательно, потому что если не будет распечатанного билета, могут возникнуть проблемы с входом в аэропорт. Такое тоже бывает часто, потому что у кого-то авиабилеты там на электронной почте или еще где-то, поэтому они так не принимают, не пропускают. Поэтому если у кого электронный, лучше позаботиться об этом заранее. Смотрите, документы не носите с
собой паспорта тоже, потому что восстановление паспорта здесь происходит через Мумбай в течение 2 месяцев. У нас были такие 2 веселые женщины, которые погуляли на баге ночью и потеряли свои документы, паспорта. Поэтому это вот возникли некие такие трудности. Поэтому лучше ценные документы с собой не носить. Мало ли что может случиться. Поэтому лучше храните их в сейфе вашего отеля или в сейфе вашем номере. Я думаю, так будет намного надежнее. Короче, едем мы на автобусе и по дороге высаживаем людей, развозим их по отелям, и получается, что наш последний отель. Мы на самом севере, а едем из юга. Уже всех почти развезли, и скоро мы доедем. Мы так долго стояли, короче, наверное, 2 часа в аэропорту на регистрации. Там было сразу 4 самолета прилетело, поэтому мы очень долго стояли в очереди, печати ставили в штамп. За нами приехала машина, и мы сейчас поехали на машине до отеля Ганеш, потому что автобус до туда не доезжает, только машина легковая там может проехать, там, видимо, узкая дорога. Намасте сатете джагаткаранайя, намасте чите сарвлокашраяя, наму двайта таттвая мукти прадая, наму брахмане вьяпине Намасте сати те джагат карная, намасте чите сарвелокашрая, наму двет таттвая мукти прадая, наму вот он. Камера. Take video. Oh, да, сэмпл. Difficult. А? Another? Это? Вот. Why? Майн. 2 в отеле.
Короче, в другом отеле, похоже, меня заселили. А? В другом? Да. У него два отеля. Видимо, мест нет. Алло. А, идем, а вот мы сейчас были легли. Ранее вас. Идем, дукан ке пас аре. Рум хали е на удар. Это огорчительно, не бывает, что хули. Что хули. Удар, удар. Идем, реке е на. Ну, давай. У нас такой эконом-отель, что, по-моему, куда еще? Если бы нас пятерки переселялись, сказали, нет, пятерки нету, езжайте вам отправить. Ну, смотреть надо, ходить торговаться. Нет, вот эта вот улица, вот наша, Арамбургская, это самый дешевый отель. О, на байке поеду. Первый раз поеду на скутере. Окей, все, еще увидимся. Окей. Короче, по расстоянию до пляжа тут точно так же, как и от того. Вот этот Омганеш, который должны были заселить, а это куда меня заселили. По расстоянию до пляжа точно такое же. И не вижу ничего в этом плохого. В принципе, меня, думаю, этот вариант устраивает вполне. Отлично, даже не буду думать. Пошел. Пошел сейчас, короче, кокос залопаю и пойду скупаюсь. А, ну вот эта только одна, холодная или горячая, не знаю. Зависит, наверное, от того, как она нагревается. И душ здесь прямо вот сюда на пол льется, истекает. Один кран на душ. И на умывальник. В принципе, у меня вариант, я думаю, устраивает. Мне тут находиться много не надо. И довольно прохладненько, несмотря на то, что нет кондиционера. Свежий, достаточно воздух. Еще такой бонус, что в принципе мне можно не покупать сим-карту, потому что у меня интернет и так есть, а сим-карта мне не особо это и надо. На пляже можно и без нее обойтись. Зачем мне связь на пляже?